Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. И Серхио с канала Mozen Games. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить забытые пески. Принц что-то тут рукой тоже махнул в начале серии. О, синенькая сферка. А я со своей сонной опухшей рожей, потому что меня... Разбудили меня, видимо, видите ли, говорят, принца давай писать. Чё ты вообще? Придумал тоже. Так. Блять. На, нахуй. Вот последствия. Забодрись. Не, подожди, слушай, я что-то не понял. Давай назад. Я же вроде нормально это. Блять, охуенно я перематываю. А я не понимаю, она как-то перематывается, она непонятно. Вот я вот отпускал. А сейчас вот до того момента, когда я отпустил, перемоталась. То есть там реально она иногда. Ты кнопку отпустил, а вот смотри какая, смотри. Чуешь, чем пахнет? Блять, я ничего не понимаю. Нет, не чую. Ну-ка еще раз. Реально, в какой момент надо что? Вот тоже надо все это на шорм. Как раз пройти. То есть, видимо, он не считает это. Я ничего не понял, такого хуя-то. Он ж прокатываться под ними должен. Ну что ты разлегся, вставай. А может перепрыгивать, пока он вот в нижней точке. Типа на тебя летит в середине. Так я, не, просто предыдущий я же прокатывался под ними. Ну ладно. Ну ладно, будем посмотреть. Так, или так, или этак. Окей, ладно. А, ну да, вот здесь вот так вот делаешь же точно. А я почему-то подумал, вдруг внезапно, что он по балке перекатится, знаешь, это типа. Угу. Ну, почему бы и да. Ну да. Наивный чукотский юноша. Тоже знакомая локация. Похоже тоже на локацию с первой части. О, я вижу секретик. Блять, вот этот вот стоковый звук разбитой вазы, который есть, начиная с мультфильмов 40-х годов где-то. Я так всегда угораю, когда увижу, потому что обычно где-то в комедийном каком-то ключе используется. Но они его постоянно пихают. Ай, ладно. Это ли... Оу-оу-оу-оу-оу! Да, сейчас... Ну а чё, работает, чё бы и не пихнуть. Ну, в принципе, да. Понятно, меня сейчас быстро тут взбодрят, как ты правильно сказал. Ладно, окей. Потому что, видишь, получается, что-то каждый раз у них как-то эта штука по-разному работает. То есть вот в предыдущей части, может быть, подожди. А как? Так, а просто попробуй просто бежать. А, то есть даже вообще типа без не... всяких этих? Без перекатов, без ничего, просто... Блядь, пиздец. Вот это, я понимаю, ловушка, вот это да. Поймали же тебя, чё? Не, ну да, получается ловушка. Ну да, ну ты думаешь, просто как бы ее пройти, ну что бы сделать такое, оказывается, просто надо тупо пройти вперед и ничего не делать. Не, кстати, неплохо мне, что явно действительно урончик увеличился у него. Эть. Не, нормально, слушай. Так, подожди, а где же это было? Это где-то вон там, наверное, дальше, да, судя по всему? Просто чтобы не проебать этот момент. Там, когда камера делала облет, там вот где-то сбоку за какой-то стеной был... А, или здесь. Слушай. А, вот он. Вот здесь, скорее вот всего, он, да-да-да. Да-да-да-да-да. Так, ладно. Нет. А если так? Че, серьезно, ты не можешь здесь запрыгнуть? Не, ну здесь это мы сейчас уйдем уже. Не, вот судя по тряпке... А, может быть, прямо вот где тряпка, что вот так вот... Оп. Нет. То есть он не допрыгивает, каких-то там каплюк чуть-чуть совсем. Чё-то я не понял. По идее, вот же прям балка. С балки туда. Или сюда, вот на этот там мостик. А вот где решетка, он там просто упирается во что-то, да? Вот здесь вот... Да. По-моему, он там не хочет просто наверх. Он, видишь, раз и все. Ну да. Хотя, казалось бы, да, логично вот за эту уступ зацепиться, за следующий уступ и все. Не, ну я на эту, да, на эту цепь мешает залезть. Бля! Я хочу взять этот секретик. Что-то мне вообще ничего в голову не приходит. Вы что, издеваетесь с утра пораньше, такие загадки. В час дня почти.
Подожди-ка. Блять, а вообще кого-то вот здесь что ли что-то? Тоже вроде нет. Наверное, назад надо будет, хотя здесь тут. Я не понимаю. Самое прикольное, если это просто декорация, знаешь, это нихуя вообще не значит. Ну да. Ладно, пока что мы можем вернуться назад. Давай еще немножко вперед пробежим, мало ли, может, что. О, видишь, наверху тоже какие-то балки. Возможно, мы как-то... И, по-моему... Может, здесь как-то можно... Сейчас... Вот между этими... Блять, все. Он сейчас просто закрыл. Я почему остановился? Я боялся, сейчас дверь закроется, вот эта вот конкретная. Я имел в виду, что между этими двумя столбами, с этими скринками, там можно как-то, может, вниз спуститься и там в бок пройти. А, кстати, может быть, да. Да-да-да. Че ты? Нормально? В принципе, есть тоже такая... Подожди, это та же самая комната, да, в которой я пытался что-то сделать? Да. Да, это она и есть. Первая комната, значит, это декорации все-таки. Да-да-да, это прям первая-первая. То есть, подожди, сейчас мы пойдем туда, и там будет еще одна такая же, да, получается? То есть, это буквально да, прям... Да, там мобы заспавнятся. То есть, это буквально прям то же самое. Блядь. Саркофаг как раз у второй комнаты. Саркофаг-то вот он все равно здесь. И бочки там наверху и прочее. Что-то это. Я же пробовал сделать это что-то именно в комнате, где мобы заспавнятся. То есть все правильно. Видишь, там уступ как бы он идет дальше по ходу движения. Может действительно между этими столбами как-то пройти. Ну, конечно, еще явно где-то дальше надо. Ну, что ты не загораешься, загорайся. Загорись, мужик. 120 надо нормально, я не смотрю с этими, как со сферами в предыдущей части тоже не очень. Да, ну это здесь. Ну в этой игре так. Да, просто здесь. Толпы врагов тебя закидывают, так что. Ну это да, когда из каждого моба сыпется. Ну, кстати, я заметил, кстати, вот вчера тоже про это думал, где-то днем, вечером, неважно, что вот, реально как будто вот здесь надо залезть и все. Что этот вот в предыдущих частях они как-то немножко заморочились с тем, чтобы объяснить, каким образом, блять, ну и что делать? А что-то вообще ничего в голову не приходит. Блять, слушай, ты абсолютно оказался прав. Просто, принц, ты просто абсолютно нахуй прав, смотри. Знаешь, что творит. Так, окей. Так вот, про что я думал, что в предыдущих частях они... Что в предыдущих частях они как-то вот прокачку, где она была, они как-то, логично выносили, что ли, объясняли. То есть, условно, в первых частях это было, что ты там получал новые мечи, соответственно, они больше урона наносили. Или заходил в какие-то комнаты и пил какую-то специальную штуку, и она тебя прокачивала здоровье. Вот, в 2008 года там ты только новые способности открывала, вот эта вот тетка сама, да? Вот. А здесь как-то, просто какие-то сферы вылетают, вот тебе окно прокачки просто. То есть даже никто не заикается про это, то есть внутри мира игры этой штуки получается нет, это совсем уже игровая условность. Вот. Да. Это немножечко. По второй части ты находил новые порталы Да-да-да-да-да. На острове. Да. Медальон там, видимо, впитывал в себя что-то. Там, правда, в медальон вся эта фигня залетала. То есть это было как-то вот подвязано одно к другому, а то как-то так. Ну, оно есть. Блин, вот это вот тоже круто. Я, честно говоря, не пришло мне в голову, что именно вот здесь что-то. Нет, смотри, не закрылась дверь. Реально, они так выглядят, как будто на них залезть можно. Это, знаешь, вот это вот, как это называется, проклятие современных игр. Все настолько однородно графонистое. Раньше в старых игрушках смотришь, где графика получше, а там что-то выделяется, туда надо с этим можно взаимодействовать. Ну да, где два полигона на всю стену, понятно, это так себе. Нам не сюда, да. Вот, а теперь... пардон. А теперь, блин, понаделают игр. Чуть не дает крутануться. Нет, ты типа поднял это стопор. Он теперь шестеренка смотрит. Поднялся шестеренка, сейчас, наверное, что-то закрутится. Да. Понято. Прям вот так, да? Окей. Так. Вот она, это зад.
Надо что-то куда-то кого-то прокатить. Но это разминка, так сказать. Дальше будет поинтереснее, да? Да. Так, ну это надо, по идее, чтобы вот это бы... Вот, это типа один рычаг крутит эту букву Г, а второй рычаг крутит шестеренку. И, то есть ее нужно сейчас прокатить. А, ну это пока что... Не-не, подожди. Я думал, нижнюю будет крутить шестеренку. Ну это да, согласен, это пока просто. Все, шестеренки сцепились. Это, видимо, пока первое, дальше будет посложнее. Это тебе просто показывают, что от тебя хотят. А, в принципе, подожди, стопор не работает, а как теперь ее? А, надо, наверное, эту букву Г отвернуть, чтобы шестеренка верхняя могла крутиться. Так я верхнюю шестеренку как раз и крутил по итогу. Ничего не понял. Нет, видишь... Она не может крутиться, потому что она зубьями цепляется за... Она не из-за нижней, она как раз из-за верхней не может, да. Нет, видишь, вот из-за этой штуки. А эту штуку как крутануть? Она же вообще не крутилась никак. Чего? Еще раз, у нас крутится либо вот эта буква Г, вот этим рычагом, либо вот этим рычагом крутится вот эта... Понятно. Теперь этот рычаг еще... А, ну да, они сцепились, и теперь одной шестеренкой крутит другую, рычаг поднимается. Бля, как все непросто. А главное, в принципе-то логично. Ну давай, я понял. Ой, бля. Поехали. Какая умная платформа. У нее времени еще было много, но она поняла, что на нее напрыгнул принц, и надо типа это. Ага. А боже. How should I know? That's helpful. I think the levers behind you lock the mechanism. If you unlock it, that should let you raise the bridge. Спасибо, Кэп. They broke it through. Get this working as quickly as you can. Почему нельзя ради разнообразия хотя бы иногда наоборот это сделать? Ну, в смысле, чтобы мы пошли защищать, убивать врагов. А он бы попробовал решить вот эту вот загадку, блядь. Чего бы нет-то? Сказал, что он не знает, как это делать, поэтому... Ну да, это понятно, он, конечно. Лучше пойдет мечом помашет. Я бы тоже. Я старший брат в этой игре, условно. Я бы тоже лучше мечом пошел помахал. Это не мои загадки решать, прочее. Идите вы. Так, я тебя оставлю на секунду. А, ну понятно, давай. Так, ну по идее, что мы делаем? Сначала сейчас колесико проедет вверх, правильно? Нет, туда. В смысле? Нет, не проедет вверх, а как? Так. Вот так оно проедет вверх, да? Кошмар. Я шорты на ютубе делаю. Амба. Вот это да. Амба. Так, теперь эту хую. Эту хую. Надо крутануть. Нет, туда. Тик. Ага, поехали. Да, блядь, камера, не надо так делать, ты чё? Не надо так делать ни в коем случае. Так. Куда мы там колесико? Нет? Сюда. Ага. И еще разочек. Ага. Так, и теперь, наверное, надо будет крутить вот это, правильно? Серьезно, да? Да? Подожди, а как тогда? Окей, ладно. Допустим. Так, сейчас она должна крутануться, по идее. Сейчас ей ничего не мешает. Нет? Вот сюда.
Да в смысле, она с шестеренками так сцепляется, что не дает ей крутануть? Ну, что за бред? Не, не видно. А почему? Давай, давай, давай. Окей, хорошо. Договорились. То есть теперь получается, если сейчас ее вверх, она цепанет в эту. Ну, подожди, а если ее еще разок? Это она должна будет, чтобы до конца пройти. Соответственно, надо сделать вот так сейчас. Там с одной стороны, там с другой нет такой хуйни, нет. С другой какая-то другая хуйня. Ладно, окей. Да, поехали. А, ну правильно, она теперь не заедет наверх. Она крутится, крутится, но не за. Ладно, окей, не знаю. Подожди, так она сейчас может вообще проехать до самой, до этой, до залупы. Так. Потом вот так вот. А, ну в принципе да, можно еще раз, но тогда сейчас не крутанется по. А еще раз. А эта штука вот так вот крутится. Ну-ка, 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 ну-ка. Отлично. Как бы объяснить, короче, не в ту сторону, а вот вправо, короче. Нет? Не кру... А почему? Вот почему она вправо не крутится, вот объясните мне. Вот это нечестно, на самом деле. Если бы она крутилась вправо, все было бы значительно проще. А сейчас она не будет крутиться вообще никуда, потому что пошел ты нахуй, да? И чё? Я нихуя не понимаю это, да. Здесь простейшая, реально, на самом деле, загадка. То есть, как бы, в том плане, что... как сказать... тут переменных-то... Прям пиздец, их вообще, считай, нет. Они тут пусто, блядь. Бля, не туда. Вот это неудобно, непонятно, куда ты хочешь. Ну чё, как успехи? Чё-то как-то непонятно, знаешь, что? Она, типа... Она слишком простая. В том плане, что... Какого хуя здесь больше переменных нету, то есть... Вот, казалось бы, просто провести эту хуйню здесь. Вот она сейчас доходит, допустим, до верха. Ну, до угла, и вот чуть-чуть вот на эту шестеренку заезжает. Да, где голова принца. Эта треугольная кракозябра не крутится. Вот больше никак. Вот она сейчас ни в каком положении. По-моему, вот здесь... Сейчас, по-моему, может быть, сейчас она крутанется. Но, по-моему, нет. А, нет, может крутануться. Хорошо. Но просто вот сейчас вверх колесо вести вообще смысла нихуя нет. Потому что... Он и не проедет вверх. Да. Я что-то вот этого понять не могу. Оно, по идее, все должно быть... Так ты все-таки крутишься так, падла? Какого хуя тогда ты... Я думаю, она по этой оси не крутится, и в этом как раз смысл, что-то надо придумывать. Какого хуя тогда, почему она дальше не крутится? То есть, если, допустим, довольно странная херня, вот, казалось бы, вот она на углу, да? Вот прям идеально все. То есть, казалось бы, пропускаем сейчас колесо. Разок. Второй. И убираем ее, крутанув вниз, по идее же, да? Просто вот. Вот. Вот, да? Что ей не дает крутануться вниз именно, я понять не могу. То есть, смотри, то есть, короче, не по часовой... А в другую сторону. Чтобы не по часовой стрелке, да, а против часовой. Что ей не дает крутануться? Она же вроде крутится против часовой, мы только что смотрели, и я в глаза ебусь. А где она должна крутиться вообще? На 360. Ну вот она них, вот она как бы нихуя не крутит. Вот я сейчас назад нажимаю, вот я вперед нажимаю. Он ни туда, ни туда крутануть ее не может. Чё? Ну, по-моему, две вот эти буквы Г, они крутятся синхронно. Возможно, она не дает, потому что вот левая будет упираться. А, да, они же вместе крутятся. Шестеренка. Да-да-да-да-да-да-да, блять, они же не по одной крутятся, а вместе, точно. Я это не учел. Так, больше, говорю, больше у нас тут ничего нету. Это чисто вот. Может, колесо на углу поставить? Она не дает. То есть она все равно цепляется. Это как-то очень тупо, но типа. Вот, видишь. Я вообще нихуя не понимаю. Ну ладно, учитывая, что, допустим, она крутится вообще вокруг своей оси как угодно. Подожди, а вот. Че?
Давай, другой рычаг, он какие шестерни крутит? Шестерни. А, кстати, подожди, возможно, направляющий. Возможно, он же ту дальнюю тоже крутит. А, он эти две сразу крутит. Вон оно что. Вон оно что. Так, сейчас, подожди, у нас колесо вот это, да? Я почему-то тоже ни к чему, что, да, блять, как же вот это вот дурацкий сделано. А я ни к чему, что вот этот рычаг, он тоже две загогулины крутит, а не одну. Так, вот теперь, по идее, ее можно вывести как-то, как-то. Бля, как же это тупо. Это же реально, это не сложно, это просто вот именно душно. Теперь надо завести наверх и этим же рычагом еще раз, наверное, крутануть, да? Наверное. У тебя сейчас не поедет колесо никуда. Ну, если только назад. Так, подожди, туда. А, и оно должно, по идее, не вот на угол, оно не... Блять. Так, хорошо. По-моему, надо, если я ничего не путаю, вот из этих двух верхних направляющих такую букву П сделать большую. Ну, как по логике-то вещи... Ну, вот по идее... А, во! Во-во-во-во-во. Но это опять же, во-во-во, это то, что я и сделал до этого. Вот, она сейчас опять заедет сюда и пиздец. Блять. А, попробуй, знаешь что? Ну-ка сейчас... А, они вообще в разные стороны крутятся. Да. Ебстать. То есть вот сейчас был... Теперь можно слева проехать, но нельзя проехать справа. Все, дальше она не крутится. Ну это логично, она не провернется. И крутнуть еще раз первую. И это... колесо вниз не проедет. Да. А, ну кстати, да. Что, чтобы его как раз вниз провести. Ага. Так, это что нам даст? Это нихуя нам не даст. В другую так, сторону. Так, если вот это, подожди. Так, теперь она доедет до угла. До следующего. И по идее можно будет просто сделать вот так. Ну, по идее. И шестеренка не должна мешать это сделать. Сейчас посмотрим. Так, нет. Раз. Девас. Террис. Ну! В смысле нет, бэп? Вот объясните мне, вот в чем разница между вот тем углом и этим? Почему он... А, потому что здесь типа угол... Хорошо, ладно, она сидит здесь, хуй с ней. Давай так тогда. Вот и нужно... Подожди, в смысле она... А, она эти две крутит. Все, теперь как-то вот эти надо. Левую направляющую нужно. Вот, о, все, блять. Ну ладно, это менее душно, чем я ожидал. Это все еще не загадка с бассейнами, блядь. Здесь ты хотя бы понимаешь принцип, что тебе надо сделать, понимаете? То есть вот здесь ты хотя бы такой... Может, не сразу понять. Я когда проходил, по-моему, не на прохождение, а хотя, возможно, и на канале. А первый самый раз. Это был пиздец. А теперь нужно направляющую отвести и крутануть колесо. Как, ну, было уже. Направляющую отвести. Чем ну, она... букву Г эту. А в чем мешает? Она же не должна мешать проехать. По идее, как раз для нее вот сейчас все проложено. Что она вниз-то? Она сейчас должна, как раз, по идее, проехать бы вниз и тем самым крутануть колесо. Нет? Ну, типа, она держится зубьями за направляющую и за эту. Вот, а теперь можно... И за колесо тоже. Было же такое же. Вот, ну, конечно, не знаю. У меня в голове, что они как раз зубьями попадают одну в другую и должны идеально проехать вниз. Ну, ладно. Видим, просто я... Да что, блядь? А, вверх, I've lured them into traps, crushed them with stones. I must have killed hundreds, yet there are more. Ну хорош хвастаться-то, блядь, рассказывай, как ты тут интересно. Как ты тут интересно время проводил, пока я всякой хуйней занимался. Now, how are you doing with the gates? I've got the gears unlocked. Good. The army's nearly here. I'll slow them down. Атас. Да, он какой-то этот стал. Тоже прокачивается. Да. Ну просто... Ой.
Ладно, окей, это сработало. Неважно, я сделал немножко не так, как хотел, но это сработало. А, надо было крутануть, чтобы ворота закрылись. Окей. Чувак, серьезно, у тебя 2 минуты прошло, они уже прорвались. Бля, охуительно. Ёб твою мать. Бля, я прям почувствовал себя, Короче, у меня вот примерно то же самое, наверное, получилось бы. А, ну да, вот они уже и обычные эти мобы. Хорош меня зажимать, пидорасы, блядь, идите нахуй. Да пиздец, они бешеные. Блять, при... А, ну да, понятно, бочку в бою разбить, это я понял. Бля, а как от них уворачиваться, объясните мне. Бля, не так много. Да, блять, он даже задеть же меня не должен был, какого хуя-то, ну. Там реально там... Там... И как я должен, блять, от него вернуться, если он меня задевает в любом случае? Чё, блять? Внезапно получилось. О, господи. Do you hear yourself? This army sucked the life from your people, and you won't stop it because it makes you feel strong. We can end this now. Throw me the medallion. Throw me your hat. If you care nothing for power, let me reunite the scene. As I thought. Cassio was right. I've got to get the medallion halves back together. Ну реально, знаете, у этого принца, у него как будто все типа детализированное и охуенно анимированное, кроме лица. Как будто он лицо из игры вот как раз The Sense of Time, грубо говоря. По уровню графики. То есть ты видишь, как он там даже мелкие движения, типа он пальцем так постучал по медальону, что-то еще, а лицо при этом прям... Реально, в последний момент его переделывали тоже. Так вот, с этими большими чуваками, он вот так вот делает перекат, и он все равно его задевает. То есть даже в последний момент, когда, типа... Да, конечно, хорошо, видимо, что я урон прокачал меча, потому что они стали сильнее, быстрее отъезжать. Но это не эти же, по-моему, здоровые, это не как мини-босс, который был. Просто... Ну, смысл тот же. Смысл тоже, просто они, ну, не, типа... Конечно, это не они, это просто большие враги. Так, что здесь можно сделать? Что еще можно сделать? Еще максимум урон наносим обычным ударом меча. Либо огонь прокачать. Но огонь, в принципе, пока устраивает. Видите, я пока буду в урон качаться. Что вот это у нас? Усиление воздушной атаки, наносимый ударом в полете. Кстати, надо применять, это, кстати, тоже такая, видимо, ну как, по площади, что ли, дэш получается, уже подпрыгивает и делает удар. А что? Нет, это, по-моему, ты еще не докачался до этого. В смысле, не допрошел, там есть... Воздушная атака? Да, там какая-то эта, через пол карты будешь летать и кого-то... То есть это не вот это вот, да, когда он прыгает и, ну да, он без врагов это не делает? По-моему, нет. Ладно, окей, будем знать. А, вон оно что. Я не заметил, что квадратиком сделал. Ладно, вы меня подловили. Что-то мне снизу что-то интересно. На-на-на-ри-на-на-ри-на-на-на. Так. Принц, просто назад, не надо не вперед. Нам вперед не надо с тобой, мы уже там были. Там неинтересно. Бля, тут все квадратиками. Что это за эти, как это называют, господи? Не пятнашка какая-нибудь. Бля, что же... Вот и замораживание воды. Да, вот я тоже такой думаю, бля, что же нам дадут? Что же сейчас будет? Даже не знаю. Ну, это потому что я видел всякие промо и прочие игры. Может, когда-то только играл. Хотя там в первом же трейлере было.
could not have reunited the halves. I'm certain of it. Something is wrong. He talked of leaving his own soldiers to die, as if it meant nothing. He refused to stop the army. He acted as though I were trying to take his kingdom from him. Why is he so obsessed with power? What did this do to him? Пески на него влияют. The army is growing stronger, and your brother killed many enemies. By collecting their energy in the medallion, he must have fallen under the army's sway. Да почему мы не дали впадаем? Бля, про часу на нее, конечно, пиздец. Пиздец какой-то. We thought you would be quicker to reunite the medallion. You let your brother convince you to wait until it was too late. If I get the seal away from Malik and reunite the pieces, will he come to his senses? It is possible. In any case, the longer we wait, the stronger the army will be. Mm-hmm. You must find your brother again. This time, if he will not give you his half willingly, you must take it by force. He's being controlled. I won't harm him. You tell me Malik was a wise leader. If he is beyond helping his people now, you must be the one to take his place. I do not want his power or his kingdom. I will make him see reason. Then you must hurry. We will give you what help we can. Такая водяная ведьма какая-то. На все звоночки состоит. Адьея Огро Бардор. What is this? The power of the Marid. Dominion over water. Окей. Okay. Так, а в этом месте, я так понимаю, ни хрена не меняется, да? То есть это просто как вот оно было. Ну, новые горшки кто-то ставит. Ладно, окей. Okay. Ну, то есть, по большому счету, получается, она так и будет просто сидеть здесь, давать нам какие-то советы, и она так в сюжете-то, в общем-то, не особо будет участвовать, так понимаю. Это мадемуазель. Примерно. Мадемуазель. Тоже вот... Я, стражница, меня поставили, чтобы хранить эту армию Раташа, этого Ифрита. Да. Ёпта, да как где ты была-то, ёпта, уйти. Пока это... Пока всё это происходило. Выпускали, да. Так, а чё, как? Какой кнопкой? Давай. А, просто пробел? А, зажать пробел? Это надо такой... Это shift, не пробел. Бля, чего? А, то есть, shift. Блядь, написано же прям shift, а я смотрю на него и думаю, пробел, заебись. А, то есть прям надо держать shift все это время, окей, понял. Блядь, не очень удобно на самом деле. Хотя. Окей, так, а он здесь, это что-то тратит? Это даже не тратит ничего, серьезно? Вода замерзает лишь на короткое время. Она же не замерзает, а не прям замерзает, льдом покрылась. Вот, блять, вот серьезно, да? Вот просто вот мне интересно. Вот, то есть мы вот дошли до места, где надо замораживать воду. Опять же, в первой части такого более-менее не было. Там оговаривалось, что какая-то странная защитная система дворца, ну ладно, да? А здесь защитная система дворца буквально состоит из штуки, которую, конечно, если бы джинны не дали нам этой силы, мы бы это место просто не прошли бы. Это предусмотрено как полоса преодоления препятствий. Короче, сделано явно ради игры и, типа, как это называется? Ну, видно, что в мире игры вообще это никак. Внутри игры. Ну, вы поняли, кажется. Как ты догадался? Так, ух ты ж, подожди-ка. А, блядь, это надо... Вот это я терпеть не могу, когда надо шифтом, то сейчас, смотрите, мне надо шифтом и влево. То есть мне на шифт надо мизинцем нажимать, я вот эту хуйню терпеть не могу просто, блядь. Это очень неудобно. Поэтому я во всех играх, знаете, каких-нибудь там думах, когда я сам играл, или где-то еще, я все время дэш вот ставил на мышку, потому что это очень неудобно. Блядь. А что? А куда тогда? Влево же надо, он сейчас им был. Ну, камера же развернулась, влево для тебя стало сюда обратно спрыгнуть. Значит, просто надо на этот, на W. Ну окей, ладно, тогда это удобно, естественно. Ну давай, 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 то сейчас все это... А, нет, уменьшается время, секундочку, уменьшается, окей, понял. Все, отлично. А то я не заметил, кстати, что вторая просто синяя полоска появилась. Соответственно, я думаю, как надо в уме прикидывать, сколько там времени.
Че, серьезно, ничего нет? Столько шел, один горшок единственный лежит, и в том нихера нет. О, кто-то. А здесь, кстати, я так понял, что какие-то костюмчики что ли новые будут, а всякие скриншоты с разными скинами видел. Понятия не имею. В курсе, нет? У тебя даже, по-моему, есть какая-то серия называется «Новый костюм» или типа того, что-то. Да, окей. Посмотрим. Может, какие-то там эксклюзивные приставочные. О, опять тюрьма. Так, а замедлять время, естественно, мы еще не умеем. Че, кого-то грохнули? Не знаю, много кому еще. Много разных страшных способов уберечь принца. Не то, что их бросил. То есть они умрут не потому, что их как таковых бросила стража. Типа вот в других местах стража никого не бросала и просто превратилась в песчаных монстров. Даже не превратилась в песчаных монстров, а просто превратилась в статуи. Так, что тут у нас? О, мертвые парни со щитами. Отойди, ёпта, к другой стене, дурак ты старый, блядь, и всё, до тебя никто не достанет. Нет, надо у решётки торчать. Я только про это подумал, ты прям буквально... И ты вслух мои мысли... Ой, пацаны, 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 сначала обычных пацанов. Какие мы придирчивые, просто пизда. А что это вдруг один сдох взял? А, он загорелся что ли от того, что я прыгал рядом с ним где-то, зацепил его, он загорелся и сдох? Прикольно, прикольно. Не, реально, вот в таких играх, наверное, урон прокачивает. К тому же за тобой след остается, на него находят, и, ну, в смысле, наступают, да. И тоже горят. Это главное, смотрите, это я пока еще все еще не прокачивал огонь, то есть он все еще в дефолтном, скажем так, состоянии. Так, а что он? А, все, здоровье полное. А что это, что это? А, блять, я думал, какой-то бонус лежит. Так. Ну, видимо, тут они не все. Все не очень умные. Так, Ну вот, я тут смотрю про скины на Forgotten Sands. Ага. Ну вот этот ну, принц по умолчанию. Экипировка Эцио. Это да, мы смотрели в конце. Через Uplay. Песчаный призрак, купить коллекционку, доспехи Малика, купить коллекционку. А, ну понятно, это, видимо, только в каких-то репаках, значит, если есть. Ну, хотя, кстати, видимо. Странная фигня, почему вот нету, ну, тоже у них из серии, потом же какое-то же полное, типа, издание, ну, ладно. Нету, нет, это, в принципе, херня. Так, ага. Да, а вот, кстати, надо прям держать, прям держать, ну, окей. Мне кажется, все-таки реально удобно, вот когда ты просто указываешь сразу направление, и не надо тебе все это делать. Давай, раскачивайся. Ну. Оп. Оп. Так, ты же... Угу. Не, вот чё-чё, они реально с камерой, с управлением, они здесь прям... Короче говоря, нормально сделали так. По сравнению с... Ой! Не, развернись. Развернись, блядь! А как? Ну, прыгнуть и бежать по стене вверх. А! Что так умеет? Я думал, я почему-то думал, что вот на эту балку нажим на нижнюю. Мы же здесь уже крутились на ней. Все, я еще думал, а как? Подожди, он же выше нее. Все, все, извините, да. Так, с нами что, не надо? Спасибо, что напомнила, а то же мы забыли, мы же глупенькие. То, что было буквально сколько, 10 минут назад. Вот опять же, реально, вот просто какая-то тюрьма, из потолка на стену льется из труб вода. Почему-то. Типа тут... Это, видимо,
древнеперсидские водометы или что-нибудь в этом. Типа там разгонять и типа... Для подавления... Да-да-да. Отошли от решеток нахуй, да, поэтому на решетке льется. Спасибо. Так, стоп. Ну ладно, ладно, подумаешь. Такие все серьезные, пиздец. Так, на эти штуки мы можем? Подожди, он прям показывает, что надо, по идее, на них, да? Окей. На клетке, ну, по-моему, да, за клетки можно. Упс. Вот она почему упала. Ну это типа кинематографично. Он же даже, ну, не за нее зацепился, я понимаю, если бы там он прыгнул на клетку, и она стала там скрипеть, пердеть и падать потом. Нужно было успеть как-то Он прыгнул на одну, вообще с другого конца этого. Упала. Другая, да. Ну вот опять же, это сделано для того, чтобы показать, что типа вот время уже... Говорится, we have running out of time. Ой, извините. Куда вот? Не туда вот. Вот туда вот. Ну просто да, оно как-то обычно более, как сказать, логично, что. Вот. Ну все разваливается, понимаешь? Все разваливается, все прогнило. Это знаешь, как система это. Система прогнила. Да. Тоже вспомнил рассказ про сантехника, да, который. Нет? Не рассказ, в смысле, анекдот. Надо типа этот сантехник куда-то там, я уже не помню даже всех деталей, но в общем суть в том, что он пришел там что-то чинить, какой-то подвал, все затопило. Вот, а там какой-то был как называется, государственный про. Ладно, допустим. Допустим. То есть там был какой-то государственный правительственный объект, и там, соответственно, прослушка. Бля, я дурак. И там, соответственно, прослушка стоит. Вот. А, сейчас, подожди, надо сообразить. Сейчас, вот туда, да? Ага. И там, соответственно, стоит прослушка, они слушают, что он там делает, а вот, и он, значит, или просто, не суть, в общем, короче говоря, что прослушка и сантехник, да, и он такой, блядь, вся система прогнила, все разваливается, все надо на корню менять. Ну да. Извините, что я изящество немножечко загубил, но я не помню, как оно целиком уже звучит. Можете загуглить, я думаю, наверняка это есть где-то. Сейчас я уже не уверен, что такие анекдоты. Впрочем, ладно. Да ладно, анекдоты. Мы в принципе играем. Да. Да уйди. Никого ни к чему не призываем. Нет, вообще ни в коем случае. Ну вы нахуй. Пацаны. Вот этого. Нормальненько. Отошли. Да добей ты ее, господи. Так, иди большой глупый, иди отсюда. Прямо как я. Пошел нахер отсюда. Сейчас Саня на видео просто встал и вышел. Сам сказал, сам сделал, да? Да, да. Сиди, я сам открою. Да, что там? Так. А нахуя? Слушай, мы вообще в другое помещение, что ли, попали? Ну да. Ну, типа в соседнее, да, оно было разделено там. Ну, блять, принц, ёб твою мать. Тик. Ну так понял. Окей. Новая партия пацанов. Не, огонек надо что. О, они что-то даже говорят еще. Огонек надо будет прокачать, огонек полезен. Интересно, по строю воды огонек тухнет у них или нет? Куда ты лезешь-то, господи, уйди отсюда, дурак. Ну, F.
Кстати, надо найти какую-то... А, хотя я уже так делал, что. Там просто есть прям реально кадр из игры, вот этот постановочный. Я смотрел, какие картинки есть. Всякие там превьюшек и прочее. И там прям буквально вот это Вис из Спарта есть картинка. Нормально. То есть он прям там в пропасть вот какие-то. Так, ну по идее надо отсюда сюда, правильно? И? Ну да. По идее. А с воды прыгнуть еще выше на стену. Вот если ты сейчас не сказал, наверное, пара попыток ушло, чтобы понять. Так, теперь. Так. Не, реально прям с управлением прям попроще стало. Прям сильно проще. В хорошем смысле, более, так сказать, отзывчиво, что ли, я не знаю. То есть ты прям... Что вот ты нажимаешь, условно, то он и делает. То есть если я сейчас вот буду где-то косячить уже в этой части, мне кажется, что здесь это уже больше в ответственности на мне, чем когда ты... А просто поменялся ракурс. И управление нахуй, все при этом. Ой, блядь, не то. Так, shift. Вот так, проехали. Ага, тот же принцип, окей. Теперь подожди, ты что? Забеги хоть немножечко вверх. Так, развернись. Ну разверни. Блять, принцип. А как развернуться-то? Он не хочет. Блять, ты дурак, что ли? Развернись назад, ёб твою мать, что не так-то? Хуя не понял сейчас. Стоило похвалить управление. Ну, блядь, да. Вот же он. Вот он должен взять и развернуться просто. Блядь, просто раз... Сука, блядь. Ты серьезно? Ну, ты специально, да, вот это делаешь? Не, реально, он должен же просто развернуться. Чего не так-то, блядь? Ну, назад, блядь. Какой мне, блядь... Он не хочет. Ну, похуй, он не хочет. Ты серьезно, блядь, да? Спасибо. То есть здесь надо успеть развернуться, отпрыгнуть вот на эту стену, пробежаться по ней и на верхнюю эту. Но он не хочет разворачиваться, как бы. Прикол вот в чем. Ну, блядь, ну ты серьезно, этот прикол какой-то или что? Почему вот когда... То есть реально каждый раз, когда я что-то хвалю, блядь, в какой-то игре... Да почему, блядь, что? Как ему развернуться просто, блядь, назад? Он только что сам это отлично делал, блядь. Типа, не знаю, условно, ты крутишься вперед. Ну, туда вот, как это называется, блядь. Вот туда, допустим, куда я сейчас бегу. И он крутится вот туда. Ты нажимаешь ему просто назад, и он разворачивается. Все. Сейчас у меня мозги ебьет, блядь. Бля, вот сейчас взял просто на ровном месте, развернулся с первого раза, блядь. А, ладно, хорошо. Я спокойно. Все в порядке. Все в порядке. Не надо. Вот, смотри, он сам просто сейчас взял и все сделал, все, что надо, блядь. Вот просто все. Что тебе там? Почему ты конкретно вот в этом месте так прям было? А, окей, мы здесь. Тихо, назад. Ну, нормально, пойдет. Так, Что там по времени-то? А, кстати, да, 48 минут, между прочим. Сейчас надо допройдем это место, тут где-то что-то такое, и надо будет завершаться. Чего? В смысле? Что, дурачок, что ли, совсем? А, там вторая появляется. Нет. Нет, там она, видишь, она типа... то течет, все, то не все, течет. Все, то тоньше, то толще становится. Ой, блядь, шутейки. Шуточки, подожди. Кошмар какой. Вообще полный пиздец. Так, сейчас, это полный пиздец, какая-то у нас 49-я минута. 49-я минута. Я теперь записываю всякие... Потому что я сразу запоминаю, что какой-то был смешной ржачный бред. Надо записать это и сделать из этого эту шортсину для Ютуба.
Так. Ну что, казалось, мы туда вернемся еще. Мы что-то не торопимся туда вернуться. Ой. А. А, ну логично, надо будет прыгать от стенки к стенке, окей, понял. Я вот не помню, будет здесь библиотека какая-нибудь или нет. Будет, в каждом принце должна быть тюрьма, канализация, библиотека. Да. Библиотека. А, кстати, было в 2008 году библиотека? Что-то я не помню, в 2008 году не было. Но, конечно, то и перезапуск. Ну, то это и не принц, это так. Это так, приключения получили. Там была черная малафья, разве тебе этого мало? Это лучше любой библиотеки, да? Конечно. Так, в принципе, кстати говоря, вот прошло сохранение. Давайте мы тогда, раз оно сохранилось... Да, давайте сначала вкачаем улучшение. Так, ладно. Что еще раз здесь? Улучшено управление временем, но у нас пока еще... А, интервал, который можно пройти спеть. Но пока этого хватает за глаза, и, честно говоря, дайте я вот, наверное, это все броня улучшаю, дайте огонь прокачаю. Уж я им пользуюсь. Соответственно... А вообще вся вот эта вот обстановка с синим вот этим каким-то загробным миром, вот этими плитками и прочим, они настолько тоже вот 2008 года как раз напоминают, что прям машина. Вот. Ладно, давайте на этом на сегодня все. Вот, 50 минут как раз. Ссылки на плейлист в описании. Проходите, подписывайтесь на его канал, на мой телеграм-канал. Везде жмякайтесь, подписывайтесь, вступайте. И можете поддержать материально. Вот так ссылки все в описании есть. Вот, а если вы тут вдруг новый зритель, то мало ли вдруг после всяких шортсов народ пришел, то всем здрасте и надеюсь, что тут надолго. Вот так. Все, за всем все. Всем пока. Всем пока. We'll be right back.